надо вперед. Можно лететь, но пилот-идиот, он не раз разбивал дорогой самолет. Он не раз увольнялся с работы. Пассажиры молчат, но один азиат говорил мне, что ждут его мама и брат. А в кабине пилота цветет виноград, и ничто не тревожит пилота. Для того, чтобы тело отделить от души, он не раз свое хилое тело душил, а в назначенный час покурил анаши и почувствовал тягу к полетам. И хотя каждый знает, что он идиот, в облаках зависает его самолет, а пилот в облаках — счастливый пилот, ничего не тревожит пилота. И проткнув, как иглой, покрывало небес, самолет постепенно из виду исчез. В облаках оставался огненный крест. Это тайна воздушного флота. А пилот-идиот продолжает полет. А что с него взять? Он пилот-идиот. А сядет, не сядет, его не ебет. Ничего не требует.